Ребят, всем привет! Меня зовут Аня, а это игрушка под названием A Plague Tale Requiem. Мы ее с вами продолжаем уже миллионный раз. Я уже жду, когда эта игра закончится. Но сегодня у нас будет, я думаю, необычная серия, потому что мы уже подбираемся к истине, так сказать, к ответам на наши вопросы, возможно. Вот, поэтому давайте. А, да, давайте чуть-чуть вспомним, что было в прошлой серии. В прошлой серии мы пробрались в эту пещеру, чтобы найти ответы, как еще исцелить нашего брата. В принципе, и все. Все. Давай. Это носитель. Жесть. Они заточили его здесь. Но почему? Потому что боялись его силы. Вот почему они выстроили все это. От страха. Они бросили ребенка на смерть. Он призвал на них крыс. Они не смогли их удержать. Здесь она и началась. Что? Юстиционная чума. Ему было страшно. Страшно и обидно. Неужели ради этого макула привели нас сюда? Должно же быть что-нибудь. Какой-то свиток. Фиал. Что-нибудь. И я ничего такого здесь не вижу. Или она не справилась. Ебать, там крысы плавают, блядь. Амиция. Она не справилась, София. И я знаю. Это нечестно. Когда я умру, ты не умрешь. И я тоже убью всех. Нет, Гюго. Он не должен был погибнуть. Когда его разучили защитницей, он потерял надежду. Поддался Макуле и погубил их всех. И правильно сделал. Но если бы она только могла с ним поговорить, он бы понял, что не один. Это сейчас какая-то жестяк происходит. Колец, посмотри на мелкого. Мелкий просто врос в скалу. Это как вообще? Жесть. Жизнь без войн, понимаешь? Давай найдем нам новый дом. Мне кажется, они против, что происходит. Уходим отсюда. Ну ладно, побежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Скорей. Направо. Они не хотят меня отпускать. Берегите дыхание. Оставайтесь рядом со мной. Быстрее, быстрее. What the fuck? Налево в сломанную дверь. Бегу, блядь! Надо было мелкого сначала пропустить. What the fuck? What the fuck? Почему камни падают и лестница не рушится? Интересно, а для чего крысам Гюго? Как-то Гюго сказал, что крысам нравится, когда он ими управляет на минуточку. Ну только эта причина, но я не знаю. Или они думают, что Гюго их, не знаю, король. Блин. Не откликайся, Гюго, дыши, не останавливайся. Где София? Я здесь. И она удрала просто. Давай, давай, двигай. Не, конечно, сценка с мелким, что его просто заточили.
Амиция! Да я вижу, что верещите, не понимаю. What the fuck? Давай без... Да, конечно. Знаешь, как-то немножко нереалистично в плане того, что крысы-то могут прыгать, а они были просто под ногами, они нас даже не пытались остановить. Скажи, что их завалило. Думаю, да. Все целы? Юго? Это было ужасно. Да, мне жаль, что ты увидел это. Это Макула заманил тебя сюда. Да уж, у этого Макулы есть подход. Они его заковали. Да. Но ты будешь жить, и это сейчас главное. Нет, не главное. Меня пугает, какими плохими бывают люди, и то, что они могут заставить меня сделать. Ты прав. Послушай меня. Всегда будут те, кто поступает очень плохо. Таков уж мир. Но ты должен верить в то добро, что у тебя есть. Кто хочет, чтобы ты был счастлив? Друзей верить. Например, в меня. Ведь с друзьями тебе хочется веселиться. Если сомневаешься, я пойму. Но ты мне можешь доверять. Нам. Я вам доверяю. Поищем себе собственный дом. Не на этом острове. Но сначала придется как-то пробраться через крыс до корабля. Им нас не остановить, теперь все изменилось. Короче, в итоге, что мы имеем? Достижение колыбель веков, у нас новая глава «Жизнь, которую мы заслужили». Что мы имеем? Мы в итоге пробрались на этот остров, получили, не получили ответы, ну, точнее, хотя бы мы знаем, с чего начиналось, что когда-то был какой-то тоже такой же мальчик, как и Гюго, и что была защитница какая-то, вот. Все, мы больше ничего и не узнали. И вопрос напрашивается, а что будет дальше? Какая жопа нам еще приключиться в этом мире? Я не знаю, что должно произойти. Мы должны встретить нашу мать, которая вынесет нам мозги, что мы забрали Гюго. Все. Так, что так доставка, ага. Заставка долго идет. Я себе, кстати, сделала чаечек. Вы тоже себе наливайте чаечек, когда что-то смотрите. Хотя с крысами не похоже нашли способ справиться. Другие тоже находили все равно. Слишком поздно. Идем. Но. Дело уже не в этом острове, Гюго. Нам нужно уходить, или пострадают все. Не вижу смысла уходить, потому что здесь, на острове, у них, блин, логово. Охренеть, да? Доберитесь до гавани. Угу. Ну, пойдем. На самом деле, я бы хотела спасти нашего мужичка. Потому что он нам тоже помог, я считаю... Полезный парень. Ой, он умер. Ну, да. Опачки. А вот это нам понадобится. Ладно, погнали. Погнали искать себе приключения. Так, делаем все медленно и осторожно. Попросту не рискуем. Гюго, почувствуешь себя плохо, сразу говори. Окей. Скорее бы убраться от этого острова. Согласна. Так, гавань, идем. А чувак сзади... Эй, моя леди. Госпожа. Что еще? А вы гости графини, верно? Вы ранены? Нет. Нам приказано проводить вас к дворцу. Вообще-то, мы уже собирались отплывать. Но к вам гости? Гости кто? Ваша мама и мальчик? Ну, конечно. Как думаешь, она будет нас ругать? Не знаю я. Да она нас, блядь, прибьет нахер.
забрать у матери дитя, это то же самое равняется самоубийству, нахер. Когда родная мать зовет, никто не откажет, правильно? Ладно, вот что. Я пойду в гавань и буду готовить корабль. Как сможете, приходите. На, возьми вот это. Что бы ни случилось. Не дай ему погаснуть, ладно? Да, береги себя. Не беспокойся. У меня были хорошие учители. Пока, такой ручкой. Пока. Так, ладно, погнали. Ну что мы ей скажем? Правду, что мы нашли, что искали, и что это все моя вина. Я буду защищать тебя, ты мой герой. Скорее шевелитесь, пока они не вернулись. Как там дворец? Граф приказал впускать, но убитых и раненых столько, что охренеть. Блять! Бежим нахер. Ого, прямо как-то сломанное, которое мы нашли. Да, только откуда оно? В эту сторону линии вам ничего не угрожает, но там без источника света. Да, да, мы в курсе. В любом случае, здесь вы в безопасности. Вопрос только в другом. Как? Вы не эвакуировались? Пока нет, сначала нужно стянуть силы. Как мы докажем то, что мы увидели? Потому что то, что мы увидели, это всего лишь слова. Это во-первых. Бегом к мосту, держать строй. Нужно больше огня. А мы не туда пойдем? Ты нас ведешь туда? Ну ладно, пойдем. Напрасно они не эвакуировались. Не эвакуировались! Блин, язык заплетается. Хорошо, поняла, удачи вам. Ройтер, вы, огонь должен гореть без перестан. И что будет, если они прорвутся? Ничего хорошего, костры должны гореть. Ты починил поршень? Еще одна. Там дальше ранение. Зрелище не из приятных. Ну давай посмотрим. Давай походим здесь, посмотрим, я не знаю. А где дети? Вопрос хороший. Здесь только какие-то бомжи, непонятно. Он умер, отпусти его. Нет, нет. О, ребеночек, один. Да, да, вот два. Два, три, четыре. Представляю, что нам сейчас влетит. Конкретно очень. Спасибо графу, что кормит нас. Простите, что мало. Все, что имеем, то имеем. Это все из-за меня. Тише, завались уже. Можно побыстрее как-то топтаться. Это испытание посланы нам чадом, мы должны верить. А крысы правда предвещают его приход? Вам сюда. А никого не смущает то, что на остров приехал какой-то мелкий, а потом прорвались крысы? У них не задаются такие вопросы, нет? Мамочка! Вы здесь? Бог ты мой, ты жив. А ты, блядь... Мама, подойди сюда. Подойди сюда, блядь. Сейчас получишь по жопе. Как ты? Твоя голова. Да, все в порядке. Как вы нас нашли? Ну, учитывая, сколько вы оставили следов. Но скажи мне, это то самое место? Ваш остров? Тот, который ты видел во сне? Здесь жил другой носитель, как я. Другой носитель? Да, в 6 веке. Базилиус. Он тоже был ребенком. Мы нашли его останки в темнице, которую для него построил орден. Что? Мне кажется, когда он дошел до последнего порога, они испугались, разлучили его с защитницей, затащили его там,
чтобы сдержать то, что было чуму. Шестой век, то есть это юстинианова чума. Выходит, здесь оно и начиналось с этого Базилиуса. Но он был не виноват, ему было одиноко и страшно. Да. Матушка, магистр Воден сказал, что Гюго обречен, но это они так думают, потому что они сами ошибались тогда с Базилиусом. Если бы с ним была его защитница, как мы сейчас с Гюго, я почти уверена, ничего бы не произошло. Подумайте сами, все эти месяцы в дороге, когда вокруг царили мир и покой, все было в порядке, с ним все было в порядке. Это верно. Что-то мне подсказывает, что если мы просто поселимся в каком-то безопасном месте, как семья, то, может быть, чума сойдет на нет постепенно? Распространяться она точно не станет. Страх помутил наш рассудок, не правда ли? Но не твой, защитница. Помнишь наш домик в горах? Мы могли бы чудесно там устроиться. Мы всегда станем высокими. Простите, что прерываю. Вас хочет видеть граф. Меня? Сейчас? Но мы уже собрались отплывать. Госпожа вас зовет. А, да. Мы подождем тебя. Все равно тут безопаснее, чем на улице. А, ладно. Показывайте дорогу. Что-то не нравится мне это, если честно. Идите за мной. Не стоит заставлять графа ждать. А граф не сказал, для чего за мной позвал? Нет. Я думала, у него сейчас еще более важное дело. Видимо, поговорить с вами тоже важное дело. Старайтесь держаться уважительно. Время сейчас трудное, ему тяжело, как и всем нам. Хорошо, я понял. Главные ворота пока защищены, но западный бастион в опасности. Если крысы прорвутся там, мы не успеем эвакуировать. Мы здесь. Выясним, где это все, остановим и отправим обратно в ад. И риск оправдается. Сир, она пришла. Отлично. Такой войны у нас еще не бывало, но это все равно война. Можем идти. И не падайте духом, мы еще не проиграли. Да, сир. Ну, привет. Пойдем. Я должен кое-что тебе сказать. Сир. Чует мое сердце, что будет какая-то жопа сейчас. Значит, вы выжили? Чудом. Мне жаль, что с вашим островом так вышло. Властитель должен понимать, что мир не без добрых. Хотя признаю, что после... Я уже начал надеяться, что на этот раз... Понимаю вас. Шрамы все еще не зажили. Они не дают вам забыть о себе, когда вы ищете покой. Простите, я... Нет, вы совершенно правы. Вас можно понять, я думаю. А, да, вы правы. Все это становится уже неважным. Молю вас, братья и сестры, не бойтесь, крысы — это провозвестники чада. Это правда, что чада возвращается? Все знаки указывают на это. Вы имеете в виду крыс? Не только их. Идемте, сейчас вы сами все увидите. Окей. Что я увижу? Что меня запрут где-то? Ну, конечно же, как иначе? Че, конченый? У меня есть арбалет, доставай. Эмили нужен мальчик, мне жалишь. Отпустите, чтобы... Ускользнуть. В том, что твой брат и есть чада. Мы должны заполучить, и ты умрешь. Нет, послушайте, вы все заблуждаетесь. Ваш культ — это все ошибка. Знаешь, а ведь ты почти наверняка права. Ведь это я выдумал его ради нее. Что? Эмили. Все из-за ее чертовской родни. Пока она не пыталась наложить на себя руки. Отправили ее тело, вот и я привез ее сюда, рассказал ей эту сказку про чада. И она не просто поверила, она зажгла других этой надеждой. Вы ей лгали. Но на самом деле это не ложь, как бы,
частично. Что ты пытаешься сделать? Смирись со своей судьбой. Да пошел ты нахуй. Мочи его, Кюго, бежать. Бежать сюда, наверное, да? Как ты смеешь? А ну, назад! Нужно вернуться к ним вперед. Эдди, к черту. Ты его не получишь! Шевелись направо, быстрее. Быстрее. Закрывай двери. Пошел в ад, чертов ублюдок. Нихера себе, она одной рукой это все тащит. Какую силу надо иметь, чтобы тащить? Ты умрешь. Что происходит? Помогите мне, пожалуйста, как отсюда выбраться? Кто вы? Как он так быстро вышел? Затем шкаф. Так, все вон. Только ты и я. Да пошел нахуй. Что тебе нужно? Ползи, 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 ползи. Все, нахер, бежим. Пошел нахер. Тут можно выйти, нет? А как же выйти? А вот. До свидания. Что происходит? Пошел нахер. Да блять! Какого хера? А че он стоял? Почему она его просто не толкнула? В чем проблема была толкнуть? Че за бред? Где она? Ты и я. Пошел нахер, задолбал. Пошел нахер. Даже не думаю об этом. А че он не может достать арбалет и жахнуть ему в арбалет? Что происходит? Пошел нахер. Нет, вам сюда нельзя. Почему ты убегаешь? Тебе не скрыться. Как он вообще... Что это вообще такое, не понимаю. Ой, что-то мы там рушим такое непонятное. Заставка сохранения, все. Блять! Какого хера? О, уйди от меня. Да иди в задницу, что тебе надо? Ты ползи, а я ползу сюда. Бали! А как пройти? Я не понимаю. Что ты хочешь? Чтобы я что? Чтобы я его обхитрила, побежала в другую сторону или что? А может здесь можно как-то по-другому пройти? Да отвали уже, господи. А может можно как-то здесь пройти, я не понимаю. А как... А, там нельзя, блин. А как тогда можно это сделать? А почему я не могу... У меня не работает, не может достать арбалет, странно. Иди нахер, пожалуйста. Stay away from me. А может я могу просто пойти обратно и зайти в какие-то двери, я не знаю. Я не понимаю, куда я бегу, если честно. Вообще не понимаю, что здесь происходит. Ладно, куда-то я бегу, я не знаю, что я делаю. Чисто интуитивно я что-то делаю, короче. Иди нахер, задолбал. Опачки, все, заставка пошла, меня боты не трогают. До свидания, запирай. Отправляйся в ад. Ах, чертов мерзавец. Мне нужно найти остальных быстрее.
А остальных найти? Интересно. Блин, а вон вижу. Нужно что-то сделать, чтобы это открыть. Давай пробовать. Я знаю, что мы можем сделать. Давай. Да пошел нахер. Каким чудом я должна это все делать? Что ты хочешь? Ну ладно. Вы слишком шумите. Нажмите что-то, чтобы не шуметь. Будете играть в прятки от меня? Куда ты ушла? Куда я ушла, ты не поймешь никогда этого. Может, запереть его одной из комнат? Как вариант. Где же ты? Где же я? Ты здесь застряла. Та задолбал. А где я его должна закрыть? Я не понимаю. Я его где-то должна закрыть. А где? Здесь? Что ты хочешь от меня? Ясно. Пошел нахер, пожалуйста. Короче, есть план. Закрыть его здесь. План хороший. Осталось реализовать. Ты в ловушке. Закрывай его. Пошел нахер. Теперь сиди там, конченый. Так, давай. 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 Нам надо это все быстренько сделать. Чертов шум. Ну уже, не сдавайся. Юго, матушка. Давай, давай. Валь. Он опять выбрался? Прячешься, да? Чувак, сорян, но типа ты слишком тупой для всех этих дел. До свидания. Я убью тебя, если ты что-то сделаешь. Давай, иди сюда. Куда делся, я так думал. Я здесь, дебила ты кусок. Залазь сюда, я тебя опять закрою и сделаю свои дела. Прячешься, да? Я не понимаю, мы делаем то же самое, ему вообще похер. А что, нельзя его опять здесь закрыть? Почему? А почему нельзя опять его здесь закрыть? Почему? Присядь, пожалуйста. А здесь еще одна комната есть, кстати, вот эта. Это что же комната? Или как? Вот это, да, комната. Здесь два рычага, вы чё, блядь? А-а-а, бежим! Блядь, давай, давай, выбирайся. Думаешь, он настолько тупой, что не увидит этого? Давай. А зачем нам это делать? Скажи мне, пожалуйста, я не понимаю. Пойдем те двери открывать дальше. Только не говорите, что здесь все работает от двух рычагов. Да я заебусь это все открывать. Вы чё? Бля, нет, в другую сторону. Серьезно? Те ворота надо еще открыть? Пиздец. Вот это душнилово. Вот это душнилово, конечно. Ну ладно, пойдем. Тут две комнаты всего. Получается, что мне надо его отвлекать сюда. И что-то делать. Но я так понимаю, те двери уже все
Правильно? По всей видимости, что да. Ладно, давай я еще раз попробую дернуть рычаг. Чисто хочу попробовать. Отлично, отлично. Пошел нахер. Пожалуйста, отлипни от меня уже. Сколько можно? Какие душнилы. Здесь один выход. Серьезно? Один выход? Вот это прикол. Вот это прикол, конечно. Подожди, если здесь один выход... А где я вообще? Я должна две двери открыть? А нахера? Нахера мне две двери открывать? Чтобы что, обойти вокруг? Серьезно? Не кажется, что это какой-то дебилизм немножко? Давай быстрее. Можем. Все, не можем. Беги за мной, придурок. Нужно вторые двери еще открывать. А зачем это делать? Да я здесь, давай. Да лезь, господи. Как-то душниловно все происходит, не? Эх ты грязная. Давай, тащи. Все ок, давай, до конца. Бали, давай. Ты застряла здесь. Кто из нас двоих здесь еще застрял? Меня больше всего интересует вопрос, зачем мне открывать с двух сторон двери? Я не понимаю. Чтобы что? Чтобы его закрыть там? Как вариант. Мне кажется, это так и должно работать. Вроде как. Да, заткнись ты уже. Где ты есть? Я тебя отыщу. Чувак, не отыщешь. Так, одна есть дверь, это хорошо. Одни двери есть, хорошо, но типа... Не-не-не-не-не. Давай, иди сюда. Теперь нужно другие двери также сделать. Это зачем делать такое? Непонятно. Я знаю, где ты. Молодец, что ты знаешь. Быстрее. Вариант есть сейчас закрыть его в те двери. А он нас не видит, что ли? Иди ко мне, Амице. Куда ты уходишь? До свидания. Давай сюда, быстренько все сделаем. Вот сюда. А, так, ребят, знаете что? Давайте, я думаю, на этом моменте мы закончим. Продолжим уже в следующей серии. Спасибо большое, что посмотрели этот отрезочек вместе со мной. Не забывайте лайкать, комментировать, подписываться. Всем пока. But if I lay down